Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня я хочу с вами поговорить, дать вам один такой ритуал, который поможет, очень хорошо снять различные беды, неприятности, несчастья, которые у вас есть, да, в жизни. То есть бывают такие моменты, что преследуют одни несчастья, преследуют одни какие-то неприятности, да, и вот как вот с этим бороться, что с этим делать. И сегодня я вам хочу дать совершенно такой простой рабочий ритуал, который действительно очень легко и быстро поможет вам разобраться с вашими бедами. Ритуал может делать абсолютно любой человек, каждый может делать человек любой религии. Единственное, что нужно делать на убывающую луну, потому что мы же с вами снимаем беды, мы с вами снимаем именно все неприятности с себя, делать на убывающую луну. Не перепутайте, потому что многие начинают у меня писать, что «Ой, а я сделала там, надо на убывающую, я сделала на растущую, что теперь будет?» Вы понимаете, что вы должны очень внимательно смотреть видео, либо читать, посмотреть в интернете, когда убывающая луна, когда растущая луна, потому что это достаточно очень все серьезно. И если вы легко относитесь, да, к тем ритуалам, что вы делаете, поэтому у вас могут и не срабатывать ритуалы, могут не получаться. А потом вы пишете, удивляетесь, почему не получилось. Потому что надо делать все правильно. И сегодня я вам даю совершенно простой рабочий ритуал, который действительно поможет вам снять ваши беды, неприятности. Что вам нужно будет сделать? Вам надо взять свое серебряное украшение, любое, которое вы носите, да? Кольцо, сережку, цепочку, без разницы. Если у вас нет серебряного украшения, вы не носите, значит, вам надо купить. Тоже любое, в принципе, кольцо, браслет, цепочка, разницы нету никакой. Дальше, что вам нужно будет еще? Значит, кто-то может взять святую воду. Если вы другой религии, вы не можете взять святую воду, тогда вы делаете талую воду. Как это делается? Вы берете, наливаете, замораживаете ее, эту воду в холодильнике, да, морозилке, потом вы ее вытаскиваете, она оттаивает, и это получается талая вода. Вы берете тогда такую воду. Что вы делаете? Значит, как я сказала, на убывающую луну. Не перепутайте, не забудьте. Посмотрите в интернете, в какой день, когда убывающая луна. Вы свою воду, вот вы воду приготовили, да, приготовили украшением. Что вы делаете? Вы наливаете воду в стакан обязательно, немножко надо. А дальше вы свое украшение кладете в стакан, именно в эту воду, и так оставляете на ночь. На ночь можно везде оставить, без разницы, где вы хотите. На столе, на тумбочке, на окне, на подоконнике. Разницы нету никакой. Главное, чтобы у вас это украшение в воде простояло ночь. Это вот важный такой момент и на убывающую луну. Все, ночь у вас простояла. Утром вы встаете, вы вытаскиваете свое украшение, вытащили из воды. Как вы только вытащили украшение, вы должны сказать такие слова. Как вещь свою я надеваю, так беды все снимаю. Вода водится, помоги, умой обереги. Беды все мои сними, счастье в дом мой принеси. Да будет так. Вытащили. Сказали три раза, сразу одеваете вот это украшение, сразу же одеваете. Вода, которая у вас осталась в стакане, вы должны этой водой умыться, а остальное можно вылить. То, что остается, остальное можно вылить. И все, ритуал на этом ваш проведен. Вот такой достаточно простой совершенно ритуал, но он очень действенный, он очень полезный, особенно если вас по жизни преследуют какие-то беды, неприятности, несчастья. А ритуал действительно поможет вам, если вы сделаете все правильно. То есть постепенно, постепенно вы это будете украшение носить с собой. Постепенно вы будете замечать, как беды, неприятности просто начинают постепенно исчезать в вашей жизни, потом они вообще не будут вас преследовать.
Попробуйте, убедитесь сами, и я вам всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал и ждите следующие выпуски. Всем пока!